Во Дворце культуры имени Ленина прошел первый открытый городской конкурс по парикмахерскому искусству. Участниками стали представители 5 городов – Мысков, Новокузнецка, Таштагола, Междуреченска, Кемерово. Свои умения демонстрировали 13 участников. Они соревновались в нескольких номинациях. Они у нас сегодня демонстрируют салонные прически, свадебные прически, вечерние прически, стрижки салонные, также классические мужские и креативные стрижки демонстрируют. Среди победителей есть и междуреченские мастера. Обладательницами гран-при стали Ольга Сологут, Елена Торопова, Татьяна Наумова заняла второе место в своей номинации. Победители смогут принять участие в региональном чемпионате «Сибирская звезда».